защитников ЦСКА. Ну, здесь, конечно, маханули центральные защитники, неправильно позиционно расположились. Не было никакой подстраховки у Игнашевича. Игнашевич был чуть-чуть поближе к своим воротам, а вот его партнер Василий Березуцкий был на половине поля шведского клуба. И здесь просто провал. Провал в Лиге Европы. Естественно, об этом даже и речи быть не может. Но то, что произошло сейчас, ну посмотрите, посмотрите, как забивается гол. Оцените. И кто забивает-то? И забивает Лоренсон, забивает центральный, забивает защитник левый.